Увага, сенсація! Соловйов у прямому ефірі критикує російську владу. Ее же кто-то пригласил, кто-то подумал, это же клево. Притом, понимаете, деньги, которые были выделены на то, чтобы это пело на вечеринке вокруг, я думаю, достаточно, чтобы построить, ну, несколько ангаров, чтобы закрыть наши самолеты. На тех аэродромах, которые почему-то до сих пор не могут найти деньги, чтобы закрыть, чтобы враг не сбрасывал что-то. Якщо ви не зрозуміли, про що мова, то зараз розкажу. Рупор Кремля Владимир Адольфович Соловйов розкритикував запрошення російської співачки-інстасамки на Петербурзький міжнародний економічний форум. Та на заході виконала цікавий трек під назвою «Пампім нефть», а Соловйову він чомусь не зайшов. Я не хочу спрашивать, что в голове у этой женщины, там, очевидно, ничего нет. Да, это мне не анамнез вот этих людей мне не интересен. Я просто хочу понять тех людей, которые вот ее пригласили. Вот они это делают зачем? Вот я абсолютно понимаю Бориса Корчевникова, который задает вот этот вопрос. Вы мне простите, пожалуйста, вот Питерский международный экономический форум, приезжает дикое количество иностранных гостей. И вот это поет... Но это же блевотно. Это даже не просто пошлость. Мы живем красиво, это наша цель. Вот эти раскачанные... Ну, мерзко. Ну, пампить нефть. Понятно, пампить нефть. Соловьев, та це ж така русская великая культура. Чому тобі не подобається? Хоча знаєте чому? Та тому, що боїться, що скоро втратить свій заробіток. Бо дивитися і слухати Соловйова, Скабєєву чи Симоньян вже ніхто не хоче. Это же мы же понимаем, это же не случайно оказывается в ефірі. Ну, мы же понимаем, что это всегда можно было бы убрать, что-то. Нет, ну что вы, это прокачка аудитории. Может быть, уже все, может быть, можно. Может быть, уже эти омерзительные, противные Соловьевы, вот это все гадки, вот эта тусовка, вот эти все эти Корчевниковы, все эти Медведевы, вот все эти неприятные люди, они уже куда-нибудь все денутся, все эти военблогеры, подобные, Коцы, Сладковы, Шенины, которые вот не дают нормально жить, Шафран, вот все эти люди куда-нибудь уже уйдут. Да? И можно будет уже, наконец... выдохнуть, не будет этого Мурада, ну вот всех этих ребят, Сёмы Пегова, это Симоньян, вот все вот возьмут и уйдут. И можно будет вернуться и пампить нефть, Куршавель, жить красиво, это наша цель. Вот это и есть наша страна? Да, Соловьев, это и есть ваша страна и ваши люди, яким на тебе и на ваших мальчиков начхати. Та не сподобалося Чорноротому найбільше те, що цій співачці ще й заплатили. Хоча ж ці гроші можна було відправити знаєте куди? На захист аеродромів. Так і долітає, якщо жаліється. Системи ПВО лишніми не будуть, розчети лишніми не будуть. А сєверокорейським колегам полезно буде набратися опиту, так же, як, кстати, і китайським. Тому що, ну, слідуючий ТВД, очевидно, у них. Ну, театр воєнних дій, очевидно, у них. Это с этим можно согласиться, но я опять-таки веду речь о том, что вот если прибудут эти расчеты, что они должны быть органичны, ну, представимся. Конечно, они должны быть вписаны в систему. Да, они должны быть органически вписаны в систему. А вопросы к системе вот у нас остаются. Она есть или она нуждается в каких-то крупных перестройках. Но, на мой взгляд, вот все-таки какие крупные перестройки? Если для тех людей, которые принимают решение, нет достаточно денег, чтобы там построить необходимые инженерные сооружения и защитить наши аэродромы и системы ПВО, но пусть отберут у тех, которые нанимают на питерский форум инстасамок пампить нефть. Вот просто вот оттуда деньги возьмут и направят. Вы знаете, вот даже вот, ну, какие-то вот... С этим, безусловно, можно только согласиться. Когда надо просто сажать в тюрьму за русский авось. Да, да. Ого, Соловьев, дивись, бо договоришся, що у в'язницю посадять хіба тебе. Хоча ні,
Продовжуй шукати винних. Нам таке подобається. И опять-таки, ну не надо тут каких-то вот дарований Вольфа Мессинга, чтобы предусмотреть, что ситуация будет разворачиваться абсолютно именно в этом направлении. Ну вот когда, например, беспилотный летательный аппарат пролетает почти 700 километров, но он это время летит 5 часов. 5 часов. Вот опять-таки, можно и поставить такой вопрос. Где пункты наведения со соответствующими штурманными наведениями? Где какие-то... истребители находящиеся, или вертолеты боевые, или еще какие-то самолеты. Ведь за 5 часов полета этого дрона можно осуществить, ну, 10 наведений на этот самолет. Почему на этот беспилотный летательный аппарат? Почему это не происходит? Ну, опять-таки, это результат, это должно быть разбор, анализ, выводы. И опять-таки, без наказания виновных тут тоже не обойтись. А нет виновных, единой системы же нет. Никто не виноват. Да. И, опять-таки, кто... Чья зона ответственности? Кто несет единоличную ответственность за... Правильный вопрос. Вот только таким образом эту проблему надо решать. Як це виновных нет? Тут все дуже просто. Якби Путін не розпочав війну, то і не довелося б авіацію прикривати, думати, як безпілотники та ракети збивати. Але такі розмови свідчать лише про те, що ми все робимо правильно. Потрібно тільки більше.